Прямо со страницы корзины мы можем взаимодействовать с товарами по акции. Для этого в правой части страницы нажмите на кнопочку «Акции для вашей корзины». Если вы видите цифру в красном кружочке, это значит, что эту акцию вы еще пока не видели. Давайте выберем акцию «Ваш бонус за покупку». Выбирайте категорию товаров, интересных вам, и нажмите «Выбрать товары». Вы можете выбрать товары по акции из списка. Для этого нажмите «Применить». Вы видите, что пометка New исчезла. Это значит, что эту акцию вы уже видели. Давайте попробуем с другими товарами. Вы также можете воспользоваться поиском. Для этого введите нужный вам артикул и нажмите кнопочку «Найти». Если вы хотите отменить результаты поиска, нажмите кнопку «Отменить». Также вы можете сортировать аукционные товары. Или посмотреть баллы за их покупку. Для этого кликните на квадратик «Показать больше информации». Нажимаем кнопочку «Применить». На странице корзины мы можем видеть как товары, добавленные из каталога, так и товары, добавленные через акции. Здесь же мы можем воспользоваться быстрым добавлением. Давайте попробуем воспользоваться акцией «Выбор упаковки». Выбираем товары соответствующей категории. И нажимаем кнопочку «Применить». С этой страницы вы можете взаимодействовать с разными видами акций. Или снова вернуться в корзину. Когда все нужные вам товары уже в корзине, нажимаем кнопку «Продолжить».